Здравствуйте! Сегодня я вам покажу мой новенький альбомчик. Это альбомчик для девочки опять. В нем 14 страничек, 7 разворотов и отдельный еще бодик. Он будет в конце. Здесь такая вот обложечка, шебеленточками, цветочки. Тут пара цветочков ручной работы. Вот этот я сама делала. Альбомчик для Сонечки. Вот крестной. Первый разворотик, беременности первой фотографии. Здесь у нас открывается силуэт. И вот здесь вот я рассчитала, что девочка вклеила фотографию УЗИ прямо в животик. Тут вынимается карточка. Можно фотографию, можно запись тут делать. Здесь размещаются фотографии, здесь фотография. Тут я уголочки специально нарисовала. Так, первое фото. Здесь данные у нас пишутся о рождении малышки. Тут фотографии. Фотографий много. Вот. Следующий разворотик. Выписка из роддома и наша семья. Здесь, кстати, вот из текстурной пасты я сделала рисуночек. Вот, открываем. Здесь большие фотографии, 9 на 13, 1, 2, 3, 4 фотографии поместятся. Так, следующая страничка, семья, домик, конечно же, и опять композиция с текстурной пастой, чтобы смотрелось красиво. Здесь карточки для фотографий. Фотографии можно клеить с двух сторон. Кстати, здесь вот карточки с закругленными углами. Лучше, когда фотографии, тоже закруглить углы. Смотрите, там есть у меня мастер-класс, где написано, как легко очень закруглять уголочки. Так, это у нас Кристины, целый разворот. Здесь рассчитано, что будет вставляться свидетельство о крещении. А это конвертик для волосиков малышки. Вот. Здесь вот моя любимая веточка, кружево, блесточки я стала добавлять, опять композиция с текстурной пастой. Так, ну а тут фотографии. Отодвигаем булавочку, и здесь много-много фоток, сколько? 4, 8. Здесь можно запись, можно тоже фотку, а можно пустые места оставить. Опять же, тут у карточек закругленные углы, поэтому у фотографий лучше закруглять углы тоже. Так, сладкий сон и купание. Тут 3 фотографии я наметила тоже. 1, 2, 3. Купание здесь карточки. 3 карточки на 6 фотографий. Тоже у фото закругляю уголочки. Кораблик. Это же купание, правильно? Так, прогулка. И кушаем. Здесь отодвигаем. Тут 9 на 13 фотографий. Опять побольше. Так, здесь... Вот сюда вот вставляется фотография и будет такая вот рамочка. А здесь сюда вставляется фотография. Не клеить, тут сюда просто вставлять. Так, это у нас без особой тематики. Тут уже мама сама решит, какие фотографии она хочет сюда вставить. Здесь у нас будет место для записи. Вот такие вот линейки. Так, мои новые братики с камушками купила. Обожаю их. Так, опять блесточки тут. Здесь опять текстурная паста. Это я сама вот рисовала этот листик. Развязываем. Тут у нас фотографии. Тут 3 карточки, опять на 6 фотографий. Так. Здесь у нас сердечко, розочка, надпись. И много-много фоток тут поместится. Тут 4 получается на 12 фотографий. Последний разворот, первые успехи. Здесь вот такая вот штучка, надо ее будет заполнять. Сердечко, тут у нас подвесочка, розочка. Здесь замочек, под замочек можно прятать все, что угодно, не только фотографии. Вот. Можно, в общем-то, и диск сюда поместить, в общем, как захочется. Замочек закрываем. Так, здесь бодик. В бодике у нас помещаются фотографии от 1 до 11 месяцев. Вот такие вот карточки. Все по цвету. Бодик я стала прострачивать. Очень красиво. Ой, бодик пампер стала прострачивать. Очень красивая строчка, я заметила, выглядит на нем. Вот, а здесь вот циферки по месяцам.
И у нас первый день рождения. Флажочки, бабочка, развязываем. Яркий. Девочка, кстати, рыженькая, поэтому здесь в альбоме ее родители не очень любят розовые, и розового в альбоме вообще практически нету, только лишь на одной страничке. Тут фотки. Так вот. Все, закрываем. Вот такая вот красота. Спасибо за внимание, пока!